Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Настя. Розкажи, будь ласочка, поки свіженькі ще спогади про Олімпіаду. Що ти там робила, в якості кого ти була? Яка була твоя місія? Поясни. Місія не <с realized> uh, Ну, Я була непосредственно балотірувалась в комісію атлетів. Есть такие комиссии, они созданы для того, чтобы было комфортнее спортсменам и было кому обратиться, если в случае каких-то вопросов возникающих с тренерами. Сейчас же очень это активно действует во всех соцсетях, uh -huh. когда тренера насильственно обращаются к спортсменам, там заставляют или унижают. Буллинг. Буллинг, да, <laughs> не только среди тренеров, но также и среди спортсменов. И когда нужно кому-то обратиться, есть комиссия атлетов, и они помогают не только в этом, но и защитить права самого атлета. И ты выходишь как ланцюжок такой, через кого можно звертатись, по сути, с проблемами. Так, да, ага. да. но ну, получается, сейчас это было непосредственно э, у меня, сколько я уже, три года в комиссии атлетов э, в, наш, в Украине. У нас глава идет Оля Солодуха. Ага. Вот, и у нас, получается, 22 человека, которые входят в эту комиссию с разных видов спорта. Э, вот. И в 2019 году перед Олимпийскими играми, которые должны были в 2020 году, быть, пришла Международного Олимпийского комитета письмо, что можно подавать заявку кандидатов на Международную комиссию атлета. Ну, мы поговорили, получается, угу. что у нас вот 22 человека, кто хочет, кто не хочет, кто попытается. У нас уже были спортсмены, которые баллотировались, они уже это проходили. Они говорят, ну, мы уже как бы пробовали, не прошли, мы не хотим. Ну, кто хочет. И Лена Говорова э, говорит мне, э, ну, попробуй, чего ты, ну... Я говорю, да я как-то, ну, не знаю. Она говорит, ну, давай, ну, чего ты, просто напиши свою программу, пройдешь... Дальше пройдешь. Нет, ну тогда уже будешь знать, что ты, хоть... ну, ты хотя бы попробуешь. Я говорю окей, я написала свою программу. Мы поговорили с нашим национальным ну, мастером. Да, нужно написать свою программу. Нужно написать свое как резюме, свою автобиографию, свои фотографии, все, что ты думаешь в спорте, как ты планируешь. Це резюме? Да, выходащий. прям да, полностью. Да, ты как, как на работу, а -а -а. да, полностью. И, выходит, я это все сделала, отправила к, в наш Национальный Олимпийский комитет, они там все отправили им, это такая цепочка очень длинная. Вот, и после этого они прислали, что мою кандидатуру они подтверждают, но им еще нужно со мной поговорить. Разговор был на английском языке, учитывая, что я вообще немка, да, мне так было сложно. Говорят, ну, за год, типа, выучишь английский язык. Я говорю, ну, интересно, как это сделать. Ну, ладно. Ты могла бы «Окей». Да, ну, где-то приблизительно приблизительно так и было. Я попросила, чтобы со мной кто-то присутствовал, хотя бы более-менее мне что-то переводить, если я не все пойму. И они. Да, со мной был человек с нашего олимпийского комитета, вот Бондарчук Иван, и он мне помогал. Ну, Как тебе взагалі? Работа нормальная? Нормально, да, очень. На самом деле очень интересно, потому что после этого я подала, мы поговорили, меня приняли, и нас оказалось 30 человек, 30 кандидатов со, всех, со всего мира. Даже со мной читая список, первый такой стоит Паула Газоль. Я такая, что? <laughs> У меня my был my такой my шок. Думаю, даже он, ну, все для меня, так думаю, блин, это же очень сложно, потому что, ну, его знают все это спорта, с ним конкурировать просто это, ну, еще гребля. И, и он точно выучив английскую да. за рік. Да. <laughs> вот. И тем более, что он играл в НБА, думаю, ну, понятно, бачу, такая, да. думаю, все, ну, ладно, думаю. Ну слушай, слушай классная компания. Так, да, було дуже інтересно. Тенісисти, легкі атлетка, цийклінг, велосипед, фіхтавання. Ну, вообще... Думав, що ти по суті комунікацію вибудовували лише з українськими спортсменами. Виходить, що це нет, это з усіма всіма, так, да, звісно. Плюс ко всему, нет зрителей, а ти там знаходишся. І іноді камеру ти теж попадеш і дуже восечку знімала, Щоб я було видно. Причому мама говорить: слушай, ти на всіх відеоспорту на плавання приходиш каженково, приходиш туди. <риклад> туди <риклад> на а ти що <риклад> <Планировав? риклад> говорить, ну Горину, да, приблизительно. Слухай, а, як спортсмени, мені завжди було цікаво. <риклад> а, ось а, зійшов з п'єдестала, тримаєш свою нагороду. E, вони взагалі святкують на Олімпійських іграх чи ні? Ну там я розумію, що мабуть, що алкоголю немає, можливо, e, там якийсь тортик або ще щось. Чи є якесь святкування взагалі у самому от процесі Олімпіади? Чи ти просто такий, о, слава Богу, вже? Якщо все. б себе не записувалася, я б розказала, так не можу. Ну, по суті, якось та й святкують. Да. Тому що е чи є якісь локації, я чув, що вони існують, але я хочу від тебе почути, як розважаються люди. Ну, хоча б, я не знаю, якось відключатись від змагань. Хтось е е змагається в перший день, хтось в останній. Что делать на олимпиаде? Ну, Но сейчас на этой олимпиаде было действительно очень как бы так э, некомфортно в этом плане, потому что была комната на всю вот это вот на весь uh -huh. э, как бы городок, местечко, селище. Э, была комната, где люди могли поиграть в дартс, поиграть в PlayStation и там какие-то шарики побросать, теннис настольный поиграть, да, были такие моменты, где можно было немножечко, но в основном, то да, основном из-за того, что локация находится где-то, пока с тренировки, пока сюда, пока ты в столовую, плюс нужно, естественно, восстановиться, массаж и все остальное, и по факту времени даже где-то вот потусить или отдохнуть и, и, и нету, да, угу. потому что у кого-то травма, ты идешь в клинику, которая тебя там смотрят, и МРТ делают, и все остальное, то есть врачи, стоматология, все было. А плюс ко всему тренажерные залы тоже. Ну, людей практически, которые вот чем-то как-то развлекались, пока ты постоишь в очереди за сувенирами, потому что понимаешь, что у тебя будет соревнование, это нужно сделать раньше, потом ты не сможешь. Uh -huh. Ты э, очень много спортсменов, которые вот только финишировали, получили свои награды и в течение суток их отправляли сразу домой. Толь... Щоб вони <яр response> там не знаходились. Ну так, их їх такое було дуже быстро. Хто-то оставался дольше, то менше. но взагалі, по оргкомітету, яке поправило, вони должны были в течение 48 часов покинути страну. Допінги, чистота. Я якось чув твою розмову. Ні, просто чув. Як допінги, проби, тести як угу. завгодно це можна назвати, вплину, впливали на твоє е, життя спортсмена? Тому що ти я чув, що ти там розповіла що там і зранку і ввечері прибіга, розкажи зшовно. про це, як для людини спортсмена, ось відбуваються ці допінги, тому що люди думають, що вони відбуваються так: до змагань там в осьмі ранку, і після. А насправди это не так. Расскажи, будь ласка. На самом деле бывает такое, что ты приходишь с лодки, тебе говорят идемте, ты понимаешь, что тебе нужно просидеть два с половиной часа в этом допинг-центре, то есть mm -hmm. ты не пьешь, не ешь, ты просто вот после гонки вместо того, чтобы восстанавливаться, там тебе нужно покушать какой-то белок закинуть или еще что-то, кому-то углеводы, и тебе нужно просто ну, собраться с мыслями, у тебя следующий старт. Нет. Ты идешь и просто сидишь. Тебе нельзя скрещивать ноги. Ты вот должен просто сесть как стульчик а и с сидеть. Чем он можно с чтобы у тебя была хорошая циркуляция а -а -а. крови. То есть ты должен сидеть так, чтобы у тебя ничего нигде не загибалось, не, не сгибалось, ничего. Ты должен просто сидеть. Ой, Боже. Он проходит какое-то время, тебе да, дают водичку. Если тебе надо, говорят: ну я хочу уже в туалет, все, вот, я уже не могу терпеть. Говорит, нет, у тебя еще 5 минут тебе надо сидеть этих пять минут. Какая ты не можешь. Синтезиция. Да, то есть ты не можешь ничего сделать. Все, если ты сейчас будешь шевелиться и ходить, тебе накинут время. И ты просидишь его и снова, Еще, и да. Пока... То есть пока вот они не скажут, что все окей, ты можешь идти сдавать. Это кровь. Причем было такое, что, например, у меня в Новой Зеландии мы сдали мочу сначала, нас записали полностью все. Я хотела уйти, и нам говорят, нет, сейчас должен приехать человек, который будет у вас брать кровь. Я говорю, стоп, Чувак, но ну он же еще не приехал, я могу угу. уйти. Он говорит, нет, ты уже зашла сюда, ты должна его ждать. Я говорю, почему, на каком основании? То есть тоже понятие того, что ты вроде бы имеешь права, но ты их не можешь нигде применить, потому что они тебе рассказывают все. Если ты уйдешь, тебе положительную пробу сделают. Хотя ты уже тест один сдал. Угу. И ты сидишь, ждешь, он приехал. Хорошо, ты приехал, он тебя начинает оформлять. Мне взяли, прокололи три раза вену, у меня была гематома. Мне с этой нужно было гоняться. Ну, алло, ребята, у меня синяк на руке, мне ей работать не больно. Два километра по хате, здесь получается с синяком, ты мне проколол вену насквозь. Угу. Ну, извини, и ты мне говоришь раз, второй раз, говоришь, дай вторую руку, говорю, нет. Извини, но ты специалист, который ты приехал брать кровь, у тебя медицинское образование. Как ты это можешь ну, сделать такое, что у меня просто рука синяя? Я говорю, нет, я пишу отказ и я пишу на вас э, доповедну. Так. А он такой, почему это? Я говорю, у меня синяк, через, все из-за вас. Через вашу. У меня может работу. быть тромб угу. или еще что-нибудь. Я вообще могу на, на самом деле откинуться на старте. Говорю, что вы тогда будете делать? Я говорю, нет, я пишу на вас, что вы мне пробили вену что вы мне унесли телесное повреждение, это ваши проблемы, это не мои проблемы. По сути, это какая такая и вина двух конечно, лагерей, да? Да, то есть, не, есть, конечно, классные, которые приходят, они тысячу раз извиняются, что мы вам сделаем больно неприятно. Ты морально уже к этому готов. Угу. Было то, что было тогда, когда на меня вот так вот со мной грубо разговаривали, и я пошла в отказ, потому что ну, это неприемлемо, это, если честно. Ну... А протягом дня могли прийти там к Ночью, ага. днем, когда угодно. На після старту, перед стартом, у них, если ты особливо на соревнованиях, у них немає регламенту такого, що їм вот сказали, нужно взять, взяти все. Вот у них є определенне время, і вони йдуть тебя беруть. А є серед таких комісій самі спортсмени, наприклад, и на самом деле Щоб вони я... також розуміли, як це робиться, як ви як вони впливають на взагалі, процес підготовки чи у, у змаганнях. Может, они трошечки не догоняют, как это происходит? Я, на самом деле, не задавала себе целью узнать об этом, посмотреть. Но я думаю, что писали много и рассказывали, но это ни на что не влияет. Потому что я знаю, что в Америке, например, и сейчас... вот. У меня в этом году было, я заполнила анкету, у нас есть допинговый, где ты пишешь, где ты будешь утром, в обед, вечером, где а -а -а. ты ночуешь, все ты полностью. И я помню, что я написала в 6 часов утра, потому что у меня ребенок же идет в школу, и такой телефон, ему плохо было, мы остались у родителей, и я не отметила это. Угу. Они звонят, говорят, мы сейчас у вас, вас в квартире 6 часов, мы должны у вас брать пробу, вы где? Я говорю, а я у мамы. Они говорят, в смысле, ну ты же не поставила. Ага. Я говорю, я сейчас приеду. Они говорят, нет, мы сейчас едем к вам. Я кидаю адрес, они приезжают ко мне, начинают мне возмущаться, что мы вот ехали, говорю, слушайте... Я говорю, у вас своя работа, у меня своя. Я говорю, да, у меня ребенку стало плохо. Я не могу думать обо всем сразу, вот просто, вот сегодня именно вот так вот получилось. Это называется форс-мажорные обстоятельства, которые, я говорю, ну, каждый человек в них может участвовать. И они мне написали пометку, они мне сделали предупреждение, что я находилась не в том месте, не там, где было написано. Как я написала, была у мамы. Да. Да они написали. <laughs> я сижу такая, окей, хорошо, ну что я могу сделать? Ну пишите. Так, який зараз твой спортивный шлях? Опиши его. А, закончился у нас личный чемпионат Украины. Угу. Я его успешно прошла как в двойке, так и в четверке. Мы все выиграли. А, с 15 числа у нас будет а, в Киеве командная Украина. А, вот. Ну, это чистая между областями, кто первый будет, и на следующий год, как бы мне хотелось, очень сильно uh -huh. я же не знаю, что будет, чем закончится этот год, Разумею. вот и что нам скажут, потому что у нас немножко провалили на Олимпиаду, как спортсмены мы не поехали, у нас поехал только одна, один экипаж, двойки парные, легковесов, мальчиков. вот а основные, как бы на которых была надежда, ну, так сложились обстоятельства, не смогли. Участити в тих Олімпійських іграх, і я не знаю, що буде далі. Що нам скаже міністерство, що нам скаже президент? Нужен цей вид спорту, не нужен. Я сподіваюся, що все-таки нужен і ми будемо продолжать. Резаляна. Тобі дуже потрібен цей вид спорту. Яку найбільшу суму о, грошей, гонорару за перемогу ти коли-небудь тримала в руках? Це після Олімпійських іграх в Лондоні. Що це за сума? Один мільйон. Серйозно? Да. Це в гривнях? Так. Да. Виривня. Да. Так? О, солід... Куди витратила? Що, що а, на самом деле я потратила все... В, той в той же день. день. Ну, мне бы хотелось <реш> очень. <реш> <реш> Была такая <реш> задумка <реш> пойти в казино, но потом решила лучше, <реш> не надо. <реш> Получилось как, я же с маленького городка города Ковеля угу. и переехала в Днепропетровск, и я очень хотела забрать сюда маму. Первым делом я купила для нее жилье, сделала Класс. ремонт, да, поэтому я как бы все деньги потратила на то, чтобы э, сделать свою жизнь комфортнее. Мне дали квартиру, и угу. я делала там ремонт, который я хотела, вот, и как бы все так сложилось. Это было я так разумею, так да. вы квартиру? Класно. Так, да, нам приїжджав тоді наш президент на той час uh -huh. Янукович і вручав нам особисто ну, самих, uh -huh. Uh -huh. ключі. Да. Яку б пораду ти дала б собі як спортсменці, згадавши там, себе на початку кар'єри через вже досвід э, свого ось, спортивного життя? Не міняться. От як я була, от, мені э, мне бы хотелось сейчас того, чого мені. От, Сейчас мне не хватает этого драйва, который вот uh -huh. а, потому что я немножко стала более уравновешена, более спокойно, уже по-другому реагирую на все. И если там какие-то неудачи, я уже больше к этому ну, как бы адаптирована, а мне бы наоборот хотелось А, блин, все проиграла. Мне не хватает вот этой, наверное, сейчас злости. Я больше сейчас стала такая целенаправленная, спокойная, и вот я как поезд, который вот он идет, mm -hmm. и идет, и идет, и вот мне хочется, и все. Я очень хотела поехать в Токио. Да, я туда поехала, конечно. Но не, так, как бы я хотела. Ну, что это твоя... Да, была, ну, как бы мне хотелось, конечно, чтобы это было в якости спортсмена, да, вот. но сейчас я вот, для меня стоит такой вот, как бы весы такие очень такие сложные. Я очень хочу поехать во Францию. Но теперь мне, получается, нужно правильно ставить для себя цель, потому что в Лондон я хотела, я ехала за медалью, а в Токио я просто хотела поехать поехали. в Токио, mm -hmm. да, то есть мне хотелось очень, я хотела именно в этой четверке, этим экипажем, мне все так нравилось, и тут вот эти все события, этот ковид, и у нас девочки поболели, и мы вот не смогли взять лицензию, и уже как бы... Пошла другая, ну, mm -hmm. вот какая-то вот, у меня в голове видно что-то, да, да, и все. Я очень хотела поехать в Рио де Жанейро. Очень безумно. Я после рода вернулась, я рвала и металлы, и мне хотелось. И мы поехали, мы были четвертые, чуть не хватило для меня, это был такой шок. И вот это четвертое место после. Rio, и оно где-то он сидит, себя, оно где сидит и, и мне не хватает вот этой, наверное, детской э, самоуверенности, которая вот оно раз, и типа, та четвертая была, та, все, оно было, уже забыла. А вот когда ты становишься постарше, ты начинаешь это прокручивать, где ты где-то ты споткнулся, где-то недоработал. Вот хочется наоборот, чтобы сейчас было то, что тогда у меня в голове. Угу. Поясни мне и глядачам, Хоть і наведи точніше навіть приклад стратегії у веслуванні. Тому що я впевнений, більшість вважає, що ви просто повинні бути сильними і дуже сильно грести. Мабуть, що так це виглядає з боку. Саме стратегія веслування. Яка вона існує? Хоча б один приклад. Ну, є просто у многіх спортсменок, є свої, так, да, дійсно, є якісь стратегії, тому що у нас в основному. 2000 метров мы всегда делим по пятисоткам. Uh -huh. Первая, вторая, третья, четвертая. И мы вот таким вот образом делаем старт. Это чтобы был кретин фосфат сгорает самый первый, он самый мощный. Чтобы максимально быстро уйти со старта у нас дается на это время. Если ты немножко тупанул, то в четверке это сложно, потому что ты отстаешь, тебя садят на волну, которая ага. от, от других лодок, и потом тебя болтает, и ты очень сложно оттуда вы, вылезти, ну, уже выбраться. В большом ритме ты рухаешься. Да, да, получается, ага. тебе уже навязывают гонку свою. Но Первая пятисотка самая такая, она ты так притираешься, на mm -hmm. второй ты тоже притираешься, а третья вот это самая переломная часть, когда тебя и молочник съедает, и вот она молочник, самая сложная. Молочник? Фирма. Да, молочник <с приходит. Про что ты говоришь? Молочная кислота в мышцах, которая да вот она настает так ну вот она просто приходит стучится к тебе и ты тебя накрывает становится больно мышцам, и ты начинаешь уже с этой последней тысячи очень сильно Цель терпеть. Да, это самое сложное, себя перебороть и заставить свой организм работать на максимуме. А, стратегия быть, а, как бы пройти с наименьшими потерями на каждой пятисотке. Ну, у нас обычно там по времени где-то... Ты разумеешь, сколько это часу на каждый да. Да, ага. да, нужно проходить его с наименьшими потерями. И на финише еще нужно добавлять, улучшать. Вот это вот самое сложное. Все экипажи, которые вот выигрывают, они стремятся, чтобы первая и последняя пятисотка они были в одно время приблизительно, там за падением ага. одну секунду а середина стабильная и э, с маленьким вот, колебанием. Если мы там дистанцию прошли, вот сейчас э, китаянки выиграли за 6.05, поставили новый рекорд uh -huh. нашим экипажем а Полячки были вторые, они заехали за 6.11. Э, вот, то есть разница достаточно в 6 секунд, это уже очень много. Это корпус, даже больше лодки. И вот я просмотрела, что у них как первая, вторая, третья и четвертая пятисотки, они прошли практически без западений. То есть они прошли ровно. А вот они как встали, Ну вот угу. просто они прошли просто ровно. Вот они там, например, стартанули, одна там, сколько там, там 36, допустим, да, вот. И вот они вот так вот их просто топовали. Ого. Угу. Да, то есть, ну, это такого вообще не багает. Тут прямо сложно модально. Да, то есть, если 1.39 у нас бывает там, там 1.41, там 1.42 и потом 1.40 или 1.39. То есть приблизительно вот это такие вот цифры по пятисоткам. А здесь вообще они как-то так стали и вообще просто складне питання для мене. Поясни у четвертій, чому ви сидите саме в такому порядку. Есть разница, что кто-то первый, второй, третий, четвертый? Поясни. Ну, во сколько мы гребем э, спиной, всегда с носа начинается. Это mm -hmm. первый человек, потом, ну, потому что первый приходит к финишу. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, у нас так нумеруют. Э, но но загребная считается четвертый номер, потому что она задает ритм, темп и ведет стратегически вот полностью... Она что-то кричит. Нет? Нет, она кричит только ки на разминке. в фильмах. Да, она только на разминке uh -huh. и в фильмах всегда показывают восьмерки, те большие экипажи, uh -huh. которые кричат рулевые, сильнее, так, 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 да. да. Загребная у нас человек ритма, темпа, и она ведет лодку, соответственно, как ее тренер научил, показал, что нужно вести вот так вот, где добавлять, где сбавлять, куда, если ты есть такое, типа, как принять греблю. Ну, вот едет конкурирующая нас, например, там страна, там, пускай это будет Германия, да? и ты видишь, что девушка начинает там чаще идти, это значит, они добавляют, они бросают кусок. Ну, по дистанции, у нас такая терминология, конечно, не очень понятна. поверь мне, не так продолжим. Вот и она должна на это среагировать, то есть она должна нас, четверых, тоже ага. принять ее вот этот вот рывок. Мы принимаем, если мы принимаем. То есть они потом немножко подсядут, мы выйдем, мы сохраним свое как бы, преимущество над э, ним. Короче, примитивно, она должна дивиться... Э, она, у нее даже, нет. Ну, вот она должна видеть всю ага. картину сразу. А, мой такой вот третий номер, я человек, который должен принимать это сразу, реагировать на нее. Вот mm -hmm. если она же мне ничего не говорит, есть, она просто делает. Цена уже разобралась. Да, она просто это делает, и я должна э, глазами определить и, и понять и ей помочь в этом ага. вот и передать эту работу следующей девочке, ага. да, которая вот у меня идет связующая часть между кормой и носом, то есть я вот как бы такой вот э, как липкая субстанция, которая должна связывать экипаж между загребной и вторым номером. Второй номер это у нас считается локомотивом, это тот человек, который должен быть очень сильный и который вот э, ее работа просто работать. Ага. Вот у нее, вот она как пахарь, который вот очень сильный, который должен там сидеть и работать. Первый номер, э, это самый быстрый номер, потому что скорость на носу намного выше, чем э, на корме. Так, да. 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 слухай, ну, цикаво. цикаво. Ну да, и поэтому она должна быть ловкая, такая шустрая, чтобы это все подхватить. Вот, и не помешать ну, вот нам троим. То есть она должна суметь нас выпустить, дать нам свободу действий. Вот такой вот первый номер. И вот это все как бы такое... Химия. Да, сложность. Роли. Да, сложность. Класс. Назвы молодых спортсменов области, окрім ярославы Могучих, які по-справжньому э У майбутньому або вже стануть такими зірками, як вона на світовому рівні, тому що я По пальовка атлетіки всі спортсмени нашої області, тому що як мені здається, ось та когорта спортсменів Кохань від, від Дніпро, ось розкажи, будь ласка, хто насправді ще може так от засвітити, як вона? Ну, Кохан, я так думаю, потому что он э, очень молодой, юный такой, и у него есть очень хорошие перспективы. Хотя, ну, точно так же говорили за Никиту. Забыла фамилия. молод бросал. Э угу. Мы загадаем Никиту, и тут он зявится. Да. Так, загадаем. Вот. И он, ну, тоже у него, конечно, данные сумасшедшие. Ну, сейчас просто я не знаю, как в легкой атлетике, мне сложно об этом говорить, потому что у них все это меняется. Но Кохан показал себя очень достойно сейчас на Олимпийских играх. Он же четвертый был. Да. Вот, и ему не хватило немножечко дотянуть. Он же достаточно очень молодой спортсмен, как Ярослава. Неимоверно молодые. Да, очень. Як и с таким, и с таким, с такой силище, я бы сказала, То есть, ну, это uh -huh. просто, он красавчик, молодец. А сказать по поводу нашей Днепропетровщины сейчас, вот прям вот, и что будут э, на следующей Олимпиаде, или, возможно, в нашей даже вот появились две девочки, они распашницы по одному веслу гребут uh -huh. с каждой стороны. Вот, если они додержат и действительно поставят себе такие цели, возможно, на следующую Олимпиаду они вступят, как говорится, в ряды олимпийцев и смогут бороться. Но э, при нынешней ситуации именно как, это, как, как спортсмена заинтересовать? Mm -hmm. Это нужно любить спорт. Это нужно, чтобы ты отдавался ему полностью. А сейчас люди не хотят работать. Люди хотят красиво выглядеть, зарабатывать просто, чтобы ну, я красивый, чтобы мне платили деньги. Я умею красиво разговаривать. Все. Никто не хочет. Ты суперстар у спорте, как ты уважаешь? Нет. Нет. Ну для меня нет, я не достиг, ну я не сделала то, что я хотела для меня в спорте суперстар это Оля Харлан, у которой 4 uh -huh. ну, олимп, ну, золото, серебро, 2 бронзы и вот просто она человеческая с большой буквы и это ну как вот просто классный человек. Тебе который... не было такой мечты стать суперстар? Мне хотелось почувствовать себя, э... я получила золото. Так. Мне хотелось еще хотя бы uh -huh. вот себя тоже так получить те же самые эмоции, но uh, для, то, для этого, наверное, я даже не знаю, что нужно было сделать. У меня слишком много травм получилось за вот этих 8 uh -huh. лет, поэтому... Украина – спортивная держава? Я, да. Я считаю, что да. Какой спорт номер один в Украине? Сейчас? За, ну, роки, футбол. за роки незалежності. 30 футбол. років. футбол. Ну, тільки мені цікаво, чому до сих пор. А, а чому футбол у нас немає здобутків? Нам нема чим хизуватися у футболі. До ну, чого? Ми ж там щось виігрували. Ні. Ми нічого не вигравали. А іменно, ну, мені цікаво... це четверта значим... медаль, ну, четверте місце ну, на Олімпіаді. Да, І теж... начебто, але, але ніхто. То, да. И в баскетболе тоже, мне интересно. У нас были классные команды, волейбол, гандбол, а почему-то только... Ну, легкая атлетика у нас очень неплохо, uh -huh. очень неплохо, но... но сейчас, да, благодаря, наверное, Ярославе Могучик, Рыжиковой Ане Ярощу, получается, вот как бы так. Раньше я думала, что фехтование у нас... Вроді би как и дзюдо, барьба теж, якби гріка-рімська всі, бо теж. Ну сказати, вот прям вот, э, я теніс. Просто, я просто э, чому задаю тобі таке це питання? Мені, мені хочеться зрозуміти, що ж таке у, ось український спорт? В чому ми насправді такі? Вау, кайфові, наприклад, там як Нор норвежці чи там Скандинави, не знаю, там Керлінг вісім, так або mm -hmm. хокей. Mm -hmm. Де ось цей вид спорту, в якому ми насправді круті? И можно хизуватись этим? На самом деле, наверное, мы не можем. Не? У, -у. у нас есть классные спортсмены. Мы на Олимпийских играх взяли очень много медалей, достаточно много медалей. Жалко, что третьи места и вторые, но это тоже медали. У нас только одно золото. Но мне кажется, что вот мы просто все идеальные такие, вот мы классные. Мы можем хизуватись любым видом спорта, что у нас есть везде сдобутки. Да, вот на украинскую мову. А вот сказать, что конкретно вот мы именно в этом нельзя. Почему? Потому что если мы будем только одни в одном виде спорта, нам другие тогда не нужны будут. Нам mm -hmm. надо все виды спорта, правильно? И чтобы и в стрельбе, и в стрельбе из лука мы должны быть как казаки. Они были во всем. Классный приклад. Да, они были во всем, просто классные во всем. У нас это должно быть. Ну да, мне немножко, например, вот наш станцевал Гапак, uh -huh. вот он показал, что украинцы там uh -huh. и Гапак, чтобы это знал э, вся планета, которая следила да, за, вот, э, за соревнованиями. Это круто. У нас есть чем гордиться, правильно? Зачем? Ну вот, но казаки могли делать все, что из шаблей помахать, из пистолета пострелять, и Днепр переплыть, угу. что они там могли еще, ну все что угодно, мне кажется, через огонь прыгать. И точно так же и здесь пловцы плывут, плывут. Казаки дерутся, дерутся, ну, то есть, ну, стреляют, стреляют, ну, мы, мы идеальны во всем, мне кажется, так будет правильно. И последнее такое питание. Если не спорт, Анастасия, то какой вид спорта? А как это понять? Если не спорт, то какой вид спорта? Это а, что? Э, извините. Если не спорт, то какая работа? О... Чем бы ты занималась? Спортом. Давай уявимо. Я хотела, мабуть, не знаешь, так? Ты была створена для этого? А, да, у меня была, когда-то такая вот идея, наверное, мечта. Может быть, я все-таки когда-то осуществлю. Но я еще пока себя полностью в ней не вижу, поскольку я вижу себя пока еще в спорте. Нужно себя представить там, где ты на том месте, где ты можешь быть. А, мне очень нравился дизайн интерьеров очень нравился, да. Mm -hmm. Мне Цикала. это импонировало, мне нравилось, я смотрела, я полностью сделала дизайн своей квартиры, так как я хочу. Вот я зашла ее, она была полностью пустая, без ничего. И я вот ходила: так: здесь у меня будет стоять диван, здесь у меня будут включатели, там у меня будут проходные. Тут у меня муж стоял такой: что? Я говорю, все, а да. там в голові хаос. просто. Так, так. на квартиру точно так же я вот, в таких вот. Но мені це було интересно, мені це по душе. Ми Может быть, со временем. Друзі, бути дизайнерами э, своїх життів, займайтесь тим, від чого ви будете точно кайфувати. Э, на спортіку Нікіта Дрюченко, ще побачимось.